Должен же быть другой выход. Джонни, я умираю. Выход тут только один. Ви, меня зовут Сойка. Я аналитик разведки НСША. Я знаю, что у тебя в голове бомба замедленного действия. Я могу спасти тебе жизнь. И в чем подвох? Тебе надо будет приехать в Доктаун. Внимание всем жителям Доктауна. Президентский шаттл Space Force 1 потерпел крушение в нашем скромном районе. У него есть тысяча причин, чтобы взять Майерс в заложницы. Нам нужны спящие агенты. Время разбудить их. Что, у новых штатов снова есть работа для нас, а? Будь начеку. Мы в волчьем логове. Освободи Майерс. Валите оттуда. Безопасность президента превыше всего. Блядь, блядь, блядь! Если попадемся, нам конец. Погоди. Слышишь? Черт побери! Оно двигается! Ты дерь! Сюда! Скорей! Думаю, кто-то нас сдал. Ви, предательство — это палка о двух концах. Это одна большая игра в угадайку. Куда бы Майерс ни пошла, ее путь устлан трупами. Мне нужно лишь то, что пообещала Сойка. Лекарство. Обстоятельства изменились. Ты со мной? Иллюзия свободы притягивает отчаявшихся. Выбери свою правду, Ви. Давай. Пистолет уже у тебя в руке. Приставь его к чьей-нибудь башке и выстрели. Если я не найду выход в ближайшее время, то умру. Киберпанк 2077. Призрачная свобода. 26 сентября 2023 года.